Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников. Описание этих работ по книге «Великий музей мира» Антонис ван Дейк. Портрет рыцаря с красной повязкой. 1625-1627 годы. Холст масла 90 на 70. Если очень кратко определить различия голландского и фламандского искусства 17 века, то можно сказать, что в первом преобладают натюрморты, названные «обманка», в кавычках, благодаря реалистическим чертам и изумительной детализированности изображения, доведенной до иллюзорности. Во втором – парадные портреты. Антонис ван Дейк – ярчайший представитель жанра, мастер парадного портрета и религиозных сюжетов в стиле барокко. Портрет рыцаря с красной повязкой – один из лучших образцов творчества ван Дейка. Композиционно он построен прекрасно. Лицо модели в центре горизонтали картины. В его повороте чувствуется энергия, сила и отвага. Оно приковывает взгляд зрителя. Замечательно передана фактура и блеск лад рыцаря. Портрет написан в тот период жизни, когда ван Дейк творил необычайно легко, быстро и вместе с тем достигал идеальной проработки произведений. В конце жизни, стесненный в финансах, мастер вынужден был писать слишком много, чтобы успевать делать это с полным художественным совершенством. С 1621 по 1627 год он жил в Италии, проводя большую часть времени в высших кругах генуэзского общества. Многие представители аристократии стали для него моделями, однако идентифицировать персонаж на этом полотне до сих пор не удалось. Возможно даже, что это не портрет реального лица, а некоторая аллегория. Вот такое описание по книге «Великий музей мира» к работе Антониса ван Дейка «Портрет рыцаря с красной повязкой» около 1627 года. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.